Владивосток, 6 февраля 2023 года. На центральной площади города Владивостока идут работы по разборке новогоднего городка. Уже снят заборчик на катке. Там работает кран. Ну, сейчас посмотрим поподробнее, что здесь да как. Потихоньку разбирается все, снимается иллюминация. В данный момент вот домик грузят на машину. Центральная часть уже разобрана, убран теплый шатер. Ну, сейчас домики будут вывозить с центральной части, куда-то их, наверное, составят. Там вон елочки в куче сложено, потом будут убирать. Вот рабочий убирает баннер с мостика, с этого переходного. И разбирают елку. Рабочие пока ветки вниз скидывают, потом будут разбирать каркас. Игрушки с иголок, ой, игрушки с елок тоже уже потихоньку снимают. Работает люлька, там один человек в люльке, двое на елке. Скидывают вниз ветки, а игрушки, наверное, так снимают. В люльку, наверное, складывают. Ну вот, до следующего года.